Всем привет! Видео бюджетное, поэтому рассусоливать особо не буду. Вот Veracruz, он же AX55, если вам нужно снять вот эту панельку, а вы не знаете как, потому что нифига нигде ничего нету по Veracruz. Машина очень-очень секретная, видимо, хрен знает. В общем, смотрите дальше. Если вы думали, что название... Слово в названии панелька было о чем-то там про девушек легкого поведения. Выключайте и не смотрите. В общем, надо будет сначала снять ручку АКПП. Вот она. Она закрыта, защелка закрыта вот такой накладочкой. Видите, какие крепления. Поддеваем, снимаем. Внутри увидим вот такую штуку. Здесь вот стопорное кольцо, вот оно. Как его вытащить? Я ножиком вытаскивал, поддевал и вытаскивал. И потом снимется селектор АКПП. Чтобы селектор можно было двигать, есть такая кнопочка, там что-то релиз написано. Вот. После того, как вы нажмете, ее можно будет в любом положении ключа перевести селектор. В любое, которое вам нужно положение. Сама панелька... Вот она. Она нифига ничем не крепится, оказывается. Я голову ломал час, как ее до нее добраться. Вот. Раз защелка, два защелка, три, четыре, пять, шесть. Все. Поддеваем ножичком, выдергиваем. Все готово. Причина, нафига я туда полез. Интересно, если вам. Смотрите дальше. По снятию панельки все это рассказал. Неизвестно каким образом, но здесь все загорелось. Вот пошло от прикуривателя. Вот он. Вот эти провода сгорели. Один провод обгорел совсем сильно, а другой как-то так рядышком стоял, типа. Возможно, вот следы. Возможно, вот протерлась об вот это место проводка. Плюсануло. Либо какой-то мудак очень много кипятил чайников здесь с этой проводки. Здесь как бы, если посмотреть, вот он как раз shift lock release, здесь написано, что типа резеточка. Видимо, они поняли это буквально. Помните дело, наверное, вы не так еще стары, как я, помните дело, когда Honda горела, тоже что-то там тетка заряжала свой телефон от прикуривателя, и они проиграли. Слава богу, что Veracruz не сгорел, просто поплавились провода и где-то отщелкнул предохранитель. В общем, все, вот эту панельку как снимать вы поняли. Давайте, до свидания, до новых встреч.